Памятник Алексею Толстому открыт! Автор «Золотого ключика» поселился в новом для Самары месте – литературном сквере, который также открыли ко дню города. Это интерактивное пространство, где можно услышать голос писателя, послушать говорящий букварь и поговорить с героями произведений. Нам важно чтить эту память, нам важно нашему молодому поколению ее показывать, рассказывать, вовлекать. И вот такой сквер – это еще один шаг к тому, чтобы мы эту память чтили по-настоящему. Уверен, что таких пространств у нас будет появляться много. Алексей Николаевич родился и вырос в Самаре. И даже покинув город, часто приезжал сюда. Самара описана во многих произведениях писателя. Толстой известен не только как создатель «Буратино» и автор романа «Хождение по мукам», но и патриот своей родины, соавтор речи Молотова 22 июня 1941 года. Нам как никогда важны перед глазами примеры настоящих патриотов. Ведь Алексей Николаевич Толстой не просто писатель. Алексей Николаевич Толстой – фронтовой корреспондент двух мировых войн. Это человек, обогативший отечественную мировую литературу большим количеством исторических произведений, которые формируют наше восприятие своего прошлого. Можно сказать, что талант Алексея Толстого вырос здесь, на Самарской земле. От имени всех потомков Алексея Толстого я не могу не поблагодарить всех тех, кто так или иначе принимал участие в этом проекте. Правнук Алексея Николаевича Никита Толстой рассказывает, в Самаре уже бывал, но впервые осенью. Вместе с семьей гостит на улице Куйбышева и наслаждается прогулками по городу, как когда-то его знаменитый предок. У нас очень большая семья. Я у отца, допустим, шестой ребенок, для понимания. У нас, если взять все последние поколения, будет нас человек 50-70. И мало есть поводов, которые нас объединяют, могут объединить семью или вот так вот внезапно свести в одну точку. И это некоторое чудо. Вот для нас ощущается как чудо, что мы одновременно смогли встать в ряд четыре поколения людей, которые живут в разных городах. По-моему, это замечательно. Памятник и литературный сквер расположились возле музея-усадьбы Алексея Толстого рядом с домом по улице Фрунзе, 155. Полина Чулюкова, Николай Сидоров. События.